У меня жажда! Вы у меня все окажетесь под столом. Никто не сможет меня превзойти. Кто решится Жажда! Хочешь опустошить Року вместе со мной? Выпей до дна быстрее меня, и победа твоя!
Со ставкой будет интересней. Осторожничаешь? Вскроем бочонок! Вы у меня все окажетесь под столом. Скоро будешь пол целовать. А, Эйвор, тебя мне всегда приятно видеть. Благодаря торговым постам мне прислали из Лиздероу иллюстрированное писание. Неплохо. Да, я молодец. Я о книгах. Просто великолепная работа. Хочешь заключить удачную сделку? Может, достаточно? Напомни, чем ты тут занимаешься? Я торгую тем, что шлют на... Жду.
Аллилуйя! Эйвор, рада тебя видеть! Раз ты еще здесь, значит, Флан и Барит сумели договориться. Верно. И сильно ли тебе самому пришлось для этого постараться? Я просто показал Флану, что мне можно доверять. Думаю, непросто. Тебе удалось войти в историю. И Флану ты по нраву. Только лишь ему одному? А ты не из робких, верно? Из догадливых. Нужно привлечь на нашу сторону как можно больше королевств. Флан сказал, ты мне поможешь. Да. Ирландские короли присылают ко двору свои жалобы, надеясь быть услышанными. Тут и мелочные споры, и дела поважнее. И я взяла на себя смелость просмотреть их и отобрать те, что вызовут наилучший отклик. Ясно. Чем больше услуга, тем выше награда. Именно. Ищи наши голубятни. Там тебя ждут самые важные поручения. Поможешь королям, те в ответ снабдят нас людьми и припасами для вторжения в Ульстер. С тобой не так. Эйвор! Гост Аселдик! Выдвигаемся. Мачта! Фрейю! Покажи мне. Generous Lord.
stint my words, to stint return. Openly I'll speak to as the... Подожди. Если узнают, пощады не жди. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Thank you.
Тут нужно быть осторожнее. Будем на чеку. Нет, ни следа. Будь настороже. Как мы упустили эту крысу? Дело.
на полпути.
Смотри, Сюнин. Нужно быть осторожнее.
все, что не унесем! Помоги мне, скорей! Мне тут нужна помощь! Сюда, на помоги мне! Мы нашли все, что хотели! Пойдем! Слава Флана растет.
Тише, Сёнин. Дисфункционал.
перед моими глазами, Сюнин. Yeah.
Вот, наконец, и Эйвор. Теперь мы можем торговать с Дримлисом. У них отлично красят ткани. Есть даже краски семи королевских цветов. У нас краски нужны для татуировок. И у нас. Но ткани с Дримлиса согреют любое сердце. Расскажи, чем ты тут занимаешься? Торговля упоительной так. На этом пока закончим. Многие земли хотят наших товаров. Вот и все. Так что ты тут делаешь? Я торгую тем. Увидимся. Азар, расскажи, что привело тебя в Ирландию? Рассказ будет грустным. Меня причисляли к самым влиятельным торговцам Шираза. Но однажды предали. Ах, какая злая судьба. И это был друг. Еще хуже. Получить нож в спину больнее всего. Мой отец дружил с Константиносом. С тем, чья корысть погубила нашу семью и дело. Но теперь я здесь. А вокруг меня новые друзья. Мы рады, что ты с нами. Тут тебе. А, вот и мой любезный друг. Больше сделок, больше денег. Все на сегодня. Да. Здравствуй, Эйвор. Азар, раз мы теперь друзья... А, дай угадаю. Хочешь знать, что с моим глазом? Норвежцы такое считают знаком доблести. А я нет. Ты знаешь про Константиноса. Ему мало было простого предательства. Меня избили и бросили умирать. Всех моих родных убили, а мне удалось выжить. Но глаза меня лишили. Прости. Я не хотел напоминать тебе о той боли. Друзьям лучше про такое знать. Увидимся.
Айрат Нептна, Эльфрей. Хупен нокрит кому вестан фро ним. Петра Вирскау